Доходы ивановских депутатов не должны публиковаться в СМИ. Такое решение приняли члены городской думы на очередном заседании. Теперь о машинах и квартирах местных властей узнает только прокуратура. На всех информационных порталах раз в год можно было найти данные о доходах региональных чиновников и их семей. Запретить публиковать такие данные значит устранить правовую коллизию, отметили депутаты. С одной стороны, доходы чиновников должны быть прозрачными, с другой, эти данные считаются информацией ограниченного доступа и попадать в интернет не должны. Не узнают ивановцы и о тратах городских властей. Эти данные тоже будут скрыты.